Всем привет! Отопительный сезон в Воронеже прошел. А вот согреет ли нас погода на этих выходных, сейчас расскажу. В субботу солнце будет редко показываться из-за облаков. Днем столбик термометра покажет плюс 9 градусов, а ночью плюс 1. В воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем столбик термометра покажет плюс 12 градусов, а ночью плюс 1. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.